По предложению ансамбля народного искусства «Хуксу» и при поддержке правительства Монголии, танец «Билге» сможет войти в Книгу рекордов Гиннесса уже этим летом. В подготовке задействованы и школы танца, и образовательные школы под руководством учителей музыки по всей стране. Монгольский народный танец «Билге» исполняется разными этническими группами в Монголии. Считающийся самым древним народным танцем монголов, он отражает жизнь кочевников, в которой и берет свои истоки. Билге – это народный традиционный танец монголов, который зародился тысячи лет назад. Танец отражает всю древнюю культуру нашей страны, ее традиции и обычаи, ежедневную жизнь, вековую историю кочевников. Билге исполнялся в закрытом помещении, в юрте, в полусидячем положении. Движение рук и плеч имитируют разные бытовые занятия, например, уборка помещения, а также обычаи и традиции монгольских этнических групп. Костюмы и украшения танцоров отличаются разнообразием узоров и красок. Они богаты стеганными материалами, вышитыми и вязаными деталями, кожаными элементами. Шить такой костюм непросто, он требует времени, а также приличных финансовых затрат. По словам мастеров, здесь используются настоящие золотые и серебряные украшения. Наличие костюмов является одним из главных требований книги Гиннесса. Мы должны думать, как сохранить наши традиции, как развивать танец. Ведь мастеров танца с каждым годом все меньше и меньше. Поэтому сейчас мы занимаемся сбором информации, источников, чтобы не забыть все то, что передавалось нашими предками. Танец играет ведущую роль в семейных и общинных праздниках, передается из поколения в поколение и является национальным наследием, гордостью монгольского народа. Светлана Шантагарова, Их Пелик, Айс, Монголия.